пожаловать на шесты, завершающие в этом году игры «Вихер». Тема нашего сегодняшнего вечера – «Deus vult». Этого хочет Бог, знак вопроса. Соответственно, если вы считаете, что этого, и настроены позитивно, вот ваш белый графин с белым камнем, прозрачный, чистый. А если вы считаете, что нет, жизнь ужасна, полна тлен разочарований, куда вообще смотрит Бог, вот это ваш графин, вот черный, с красным камнем. У нас есть последовательность, стоимость выступлений, и после каждого будет ремарочка, чтобы получился такой диалог. Пока мы все собираемся, первыми решили выступить мы, свое первое слово сказать. Мы — это группа Neverin, Дмитрий Королев, Лана Сергеева. И вот мы исполним для вас две композиции тематичных, одна на английском, одна на русском. Вот вопрос первый. Сколько людей знают английский язык в зале? Оу! Ну, нас поймут, супер. Тогда первая композиция — True Song. Благодарю.
ах, что ж, бисеринки, ладно, я, это бисеринка, естественно, будет за белый графин, потому что действительно Бог, как каждого может быть своим, но хочет того, чтобы мы хотели чего-то хорошего, и в нашей жизни действительно случалось что-то светлое. Вот, собственно, об этом была песня. Вот, бисеринки я положу в следующий раз. А следующая очень короткая композиция, очень странная, называется «Клоун». Вот.